потому что у него слишком много вот этого говна. Давай, работай. Слышишь, работаешь по Юане. Что тебе мало? Работай. Нет, дайте еще. Территорию хочешь говорить отдельно. Почему он хочет территорию? Чтобы потому что он там сдохнет, блядь, работает в этих пайлап. Вот весь его, блядь. Еще пайлап. Скачай себе это Морзрана, сиди и работай, блядь. Там всегда пайлап. Скоро сделай 60 морских минут. Я об этом узнал сегодня. Ну я знал, но я же не действую. Вот это почта будет собирать. Эти секунды почта. Мы же не просим. Он поручился за нас, за меня и за Алоха перед... это потом мы с ним начали отца. Но если бы Джуна не было, он бы начал... Ну, туда не попал. А мне что пить? Я глотнул просто. Он за нас поручился, а потом Алоха... Просто пить хочу. Потому что Джуна им понравилось, что Алоха постоянно, вместо того, чтобы работать в ЯСИ позывным, постоянно приходит позывные вокруг этого. Он говорит, я тебе не мёд, работай, я и сиху. Нет, вот он, еще. Яндекс, приехал. Он слился. Да я знаю, потому что, блядь, как только они получили хою 500М, я говорю, я говорю, тебя, блин, Энди начинает подставлять. Он говорит, а что это вообще за? Я говорю, так, блядь, 500 лет Магеллану. Он говорит, а какое отношение ты имеешь к ООН? Я говорю, да никакого, нахуй. Он говорит, а, блядь, почему он меня тогда попросил? Я говорю, потому что его попросил ГВшник, а он, сука, для ГВшника сделал, блядь, позывной. Я, да там, да, Джеймсу это вопрос, не вопрос даже не в деньгах, а в том, что, блядь, какое отношение ООН имеет, блядь, нахуй вот эти все, а давайте еще какой-нибудь туалетной бумаги, блядь, 500 лет, я не знаю, там, грязные жопы, вот они вот, в Аравии там подмываются, 500 лет какой-то еще хуйни, 1000 лет еще говна какой-то, и все ООН, при чем здесь ООН, блядь, что Магеллан, блядь, сука. Там у тебя ветебелей не намечается никого, давай. Четыре у, блядь! Четыре у, 60, блядь, я! 62 с половиной, блядь. Первый пул РТР взяли в 90. Пусть он тоже будет такой же позывной, как и был раньше. Ты не берешь? Да, ну, интересно. Да, ну, интересно.